Впрочем, вернемся к Китаю. Репортаж нашего коллеги из Центрального телевидения Китая Сергея Станчика. Великая стена в любое время года – одно из самых многолюдных мест в Китае. Но сейчас, даже в дни каникул по случаю китайского Нового года, здесь нет ни одного туриста. В часе езды на машине отсюда, в пекинском пригороде Чанпин, оживает заброшенная больница Сяотаншань. 17 лет назад, во время эпидемии атипичной пневмонии, Сяотаншань стал первым карантинным госпиталем для больных атипичной пневмонии. Сейчас время повторить то медицинское чудо. Китайские власти действуют решительно, быстро и максимально открыто. На противоэпидемические меры выделили 1,5 миллиарда долларов. О борьбе с новым коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Мы всегда ставили жизнь и здоровье людей на первое место. Именно поэтому я лично руковожу этой борьбой. Уверен, что совместными усилиями, применяя научные методы, мы обязательно победим. Давайте построим этот госпиталь, который так срочно нужен Уханю. За стройкой пристально наблюдают не только уханьцы, но и вся страна. Мы вас все поддерживаем. Что вам нужно? Какие проблемы? Что требуется, чтобы гарантировать строительство? Просто скажите, мы все решим. Премьер китайского правительства прибыл в блокированный Ухань еще 27 января, первым делом проинспектировав стройку тысячекоечного карантинного госпиталя Хошиншань. 3 февраля здесь примут первых пациентов, а еще через 3 дня город получит второй подобный госпиталь на 1300 мест. Сейчас больных размещают в 24 городских клиниках на 4000 коек. Уханьские медики работают в условиях сильнейшего стресса. 38-летняя медсестра Го Цинь заразилась коронавирусом в начале января, ухаживая за пациентами. После 20 дней лечения и карантина первым делом она вернулась к работе. Мои коллеги работают круглосуточно. Это очень трудное время для нас. У моих коллег тоже есть семьи и дети, и я не могу их бросить. Поэтому я сказала своему начальству, что хочу вернуться на работу сразу же после выздоровления. Геном коронавируса 2019-nCoV расшифровали еще 10 января. После этого сразу несколько фармкомпаний разработали экспресс-тесты, позволяющие поставить диагноз за 2 часа со 100% точностью. Лаборатории по всему миру работают над созданием вакцины. Разработка вакцины лекарств не самая большая проблема. Главное, сможем ли мы это сделать достаточно быстро, чтобы использовать их против вируса прямо сейчас. Семья уханьских пенсионеров Ли Баое и Цзэн Юнин считает, что для защиты от вируса лучше просто не выходить из дома. Продукты из магазина им приносят соцработники. 65-летний Ли, музыкант, сейчас дает уроки по интернету. Его жена восстанавливается после лечения от рака. Овощей маловато. В районе работает один магазин. Свежей зелени мало. Есть только другие продукты. Это чрезвычайная ситуация. Никто такого не ожидал. Мы должны надеяться на лучшее и сотрудничать с властями, чтобы ее преодолеть. Ли Баое уверен, что рано или поздно карантин отменят, и он снова будет играть с друзьями-музыкантами в ближайшем парке. Сергей Станчик, Алексей Кан, Центральное телевидение Китая, специально для Вестей недели.